И сегодня мы разыграем упаковки чая и кекса. Папа сказал, там что-то интересное для чая. Кроме чая. Ну покажи, какие там упаковочки на чай. Вот какие упаковочки. Да, вот это покажу, мы отложим в сторону. Убираем. Вот эти штуки. Вот это. Сахар еще 16-й. И еще сейчас достану автобусы. Английскими автобусами в Англии. Ладно, и все, пусто больше, ничего нету. Как же так? А пишут еще, что тут подарунок у пачки. Где наш подарунок? Давай искать подарунок. Где подарунок? В какой пачке подарунок? О, нет, тут чай финийский. Английский снеданок, высокогерный Цейлон, сэр Чарльз Грей и конийский. Четыре вида чая, правильно? Вот еще и кекс. Мы дошли до самой интересной части. Три кекса. Внутри вы увидите самую интересную вещь. Голова чья-то. Можно вот так сделать. Вот так еще можно. Просто уже еще вот это и шляпка есть, вот тут резиночка. Скажу, как она трансформируется в кекс. Кукла трансформа. Вот теперь снимаем и обратно в кекс. Заворачиваем юбку. Вот так, чтобы было. Лавары, чай, никаких подарков нет. Ну, какая коробка написана, ловая, вырезала. Коробка, конечно, хорошая. Получается? Наконец-то. Вот теперь трансформируется. Так, где же оно? Вот, вот эта стрелочка, мне показано, что она может превращаться вот такую куклу и назад в кекс. Угу. Вот вкусы какие бывают. Угу. У тебя шоколада. Какой? У тебя с чем? Какая? Да, она еще и пахнет. Мини-капкейк. Вот. У моей подружки из школы есть одна кукла кекс, которая из этих картинок попадалась. Пахнет. Настоящему пахнет.
Да? Это же ваниль. Ванилька? Ну, ванилька и пахнет. Да, вот ваниль. Там написано ваниль? Да нет. По-английски написано или по-русски? По-английски. Да, ваниль написано. Ваниль. Лучше ваниль. Я вам расскажу, какие вкусы. Давай. Вот это вкус шоколада у моей подружки есть там. Это вкус лимона, сразу заметно. Это вкус карамельки. Uh-huh. Это винограда. А это клубнички. Uh-huh. А у меня попался вкус ванили. В следующий раз какой будем покупать? Ну там же не все такие есть. Есть клубничка, ну, такое. Давай представим, что там все есть. Какую будем следующую? Следующую купим с карамелькой. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал «Лада и Мира». Всем пока!